Закончился наш с вами спортивный клуб. Успехи у вас хорошие. Я почти довольна всей группой. Но единственное, что подкосило, это ваши болячки, что вы не приходили по состоянию здоровья. А так бы мы еще лучше бы приготовили с вами. Так что, девочки, я не шучу. У нас после 20-го намечается турнир. Пожалуйста, всем приходить, стараться. И в эти выходные каникулы, которые новогодние, пожалуйста, тянуться на шпагат, делать мосты, делать растяжку, поднимать ножки вверх. Всем все ясно? Да. Все, надо стараться, потому что вы гимнастки. Все, вы уже встали на этот путь, поэтому нужно только совершенствовать. Быть лучше с каждым месяцем. Смотрим на меня. Руки опустили. Шейки подняли, и вот так я должна вас видеть. Вот такими красивыми и нарядными. Так. Мы сейчас те родители, у которых подарки на руках, пожалуйста, я награждаю девочку, а вы подходите, не стесняясь, и дарите подарочек. Хорошо? Девочка, у меня в корзинке лежат вот такие красивые.